Ну что ж, друзья, рад приветствовать на своем канале. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как вы можете обезопасить ваших детей или себя от ваших детей, называйте это как хотите, но мы отключим или уберем App Store с ваших iPhone или iPad устройств. Досмотрите видео до конца, и вы будете удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Функция работает с экранным временем, то есть нужен доступ туда. И, в принципе, давайте я вам покажу, и мы уже это сделаем. Заходим в настройки, экранное время, включаем эту функцию. Вот выбираете, это ваш iPhone или ребенка, я выбираю как свой iPhone. Ждем, опускаемся ниже, нам нужно раздел контент и конфиденциальность. Активируем это все, теперь покупки iTunes и App Store. Нажимаем сюда, и где у нас здесь вот установка приложений, самый верхний пункт, выбираем на нет. Но перед этим посмотрим, вот App Store у нас есть. Вот выбираем здесь нет. Все, App Store нет. Вы его не найдете нигде, его не будет ни здесь, ни там. Пропишите App Store, вы его просто не найдете, его здесь не будет. Вот так вот. Чтобы назад это вернуть, просто опять же нажмите «Да» в этом меню. Опять появится App Store. Вот, перетащите туда, куда вам удобно будет. Я верну его, где был. И все. Вот так вот, в принципе, все работает. Вот и все, друзья. Как сами видели, ничего сложного нет. Но не забывайте, что включается точно таким же самым путем. Нужно туда же зайти, сделать обратное действие. Там, где вы нажали на «Нет», нажать на «Да» и все. Ну, а в целом, конечно же, я вам советую отключить экранное время. Это очень прожорливая функция, довольно-таки хорошо берет автономность вашего устройства. А чтобы поднять вашу автономность, загляньте в описание под видео, там есть все ссылочки подробные, как это сделать, как сохранить, то и все. В общем, куча полезных ссылок. И подпишитесь также на мой телеграм-канал, дабы знать, как можно заработать в наше непростое время. Подписка на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивный комментарий. Дальше больше, скоро увидимся.